Глава 35. Признаки избавления. Поколение Машиха продлится долго. Как уже говорилось в 29 главе, это может быть 40 лет, 70 лет, либо 3 поколения. Сифри пишет а Азину 310. Цитата. Подумайте о годах каждого поколения. Дворим 32.7. Комментарий. Это поколение Машиаха, которое составляет три поколения. Как сказано, да боятся они тебя, пока пребывают солнце и луна, поколение один и поколение два. Тилим 72.5 Конец цитаты Если верить мудрецам, хронология окончательного избавления выглядит следующим образом Первое Эра Машиаха. Второе Падение Эдома Рима. Третье. Завершающая стадия Гог и Магог. В Песик Тарабати 37 сказано «Я очень возрадуюсь, Сос Асис, Ешаяу 61.10». Комментарий «Сос в Эре Машиаха, Асис с падением нечестивого Рима». Цитата «Моя душа найдет радость в моем Боге». Там же Комментарий: это война Гога и Магога. Конец цитаты. Отсюда следует, что с падением Рима Эдома еще рано говорить о конце нечестия, приходе Машиаха и царстве Бога. Сначала оставшиеся народы нападут на Эрец Израиль. Далее в источнике говорится, что эра Машиаха будет предшествовать войне Гога. Однако в Сифрии, в Изот Абраха 343, сказано прямо противоположное. Цитата. «Он явился с горы Паран». Дворим 33.2. Комментарий. Всего явлений в кавычках четыре. Первое было в Египте. Цитата. «Слушай, о пастух Израиля, ты, кто ведет Йосефа, как стадо, кто восседает на Херувимах, явись!» лим 82. Второе было при получении Торы. Цитата. «Он явился с горы Паран». Третье в дни Гога и Магога. Цитата. О Господь, Бог мести! О Бог мести! Явис! Ты лим 94.1. Четвертое в эре Машиаха. Цитата. Сиона вершины великолепия. Явится Бог. Ты лим 52. Конец цитаты. Мне кажется, что в этих двух мидрашах речь идет о двух сценариях избавления. Писикта говорит об ускоренном избавлении без мессианских родовых мук и преследований. Именно поэтому мудрецы говорят «Сос, возрадуйся, вери машиаха». Сначала страданий не будет, что станет поводом для радости. Рим падет, Гог и народы будут истреблены. Сифри, напротив, говорит об избавлении в свое время, которое достигнет своего славного апогея не сразу. Сначала Израиль постигнут страшные беды, которые закончатся только в войну Гога и лишь затем наступит эра Машиаха, Сиона вершины великолепия. При ускоренном в кавычках избавлении народы будут под таким впечатлением от падения Рима и славы Израиля, что захотят обратиться. Но лидеры того поколения отвергнут их. Эти величайшие светила Торы – Иначе ускоренное избавление было бы невозможно. Не поверят в их искренность, ведь их привлекает только слава Израиля. Раби Йоси пишет, о три Бет, В будущем не евреи придут и обратятся. Однако примем ли мы их? Разве мы не узнали? Цитата. Мы не будем принимать обращенных в эру Машиаха. Конец цитаты. Точно так же обращенных не принимали в дни царя Давида и царя Шломо, потому что им не доставало искренних намерений. Но они становились прильнувшими, обращенными. Они как бы обращаются и выполняют заповеди, однако мы не принимаем их. Они помещают тфелин на голову и руки, цицит на одежду и мизузу на дверные косяки. Конец цитаты. Однако далее в Талмуде говорится, как только они увидят войну Гога и Магога, он скажет им, почему вы пришли? И они ответят, из-за Бога и его Машиаха, как сказано, Зачем возмущаются народы и племена замышляют тщетное? Цари земли встают в ряды. один 2.1.2 Но тогда они все отбросят свои заповеди и сбегут, как сказано. Разорвем их узы, сбросим с себя их оковы. Там же стих 3. Бог будет сидеть и смеяться, как сказано, восседающий на небесах посмеется, Господь повеселится над ними. Там же стих 4. Раби Цхак сказал, у Бога нет смеха, кроме лишь для того дня. Конец цитаты. Согласно Талмуду, Бог никогда не смеется над падением своих творений за одним исключением, когда Гог и его народы падут, а Бог будет увенчан царем над всей землей. Если Бог не радовался даже падению Египта, но радуется падению Гога, то тем более израильтяне, которым было заповедано благодарить и хвалить Бога у Красного моря, возрадуются при последнем избавлении. Мудрецы учат, писит Тарабати 2, Почему мы произносим Галлель в Хануку? Потому что сказано, Бог есть Господь, Он показал нам свет. Таилим 118.27. А почему мы не произносим его в Пурим? Сказано, чтобы уничтожить, разрушить и истребить вооруженные силы любого народа или области, которые могли бы напасть на них. Эстер 8.11. Мы читаем «Аллель о падении царства», Царства а царство Ахашвероша выстояло. О Греции, которую Бог уничтожил, евреи начали петь Божью славу. Они сказали, в прошлом мы были рабы фараона и Греции, теперь мы рабы Бога. Славьте, Аллилуйя, прославьте рабы Господа. Ты 113.1 Конец цитаты. Если даже при временном освобождении была произнесена особая молитва «Галлель», то тем более при окончательном освобождении мы должны будем петь и веселиться, видя падение Гога и народов, напавших на Эрц Израиль. Израиль с нетерпением ждет гибели Гога и народов. Это важная заповедь, постоянно желать наступления этого момента. В к Тарабати 1 сказано, цитата, «Моя душа жаждет Бога, живого Бога, когда я приду и явлюсь перед Ним». Таилим 42.3 Комментарий «Моя душа жаждет Бога». Комментарий когда ты совершишь возмездие народам. Бога – комментарий праведности, подаренной на Синае, как сказано, «Я сказал, вы как ангелы», там же 82.6. Еще один урок. Бога, чтобы ты, Бог, надел свою мантию, как на Синае, приведи близкий конец и объяви о своей божественности в своем мире, тогда Господь будет царем над всей землей. Захария 14.9. Конец цитаты. Мудрецы здесь преподают ценнейший урок – когда Тора описывает войну Израиля против народов, она учит и о войне Машиаха. Как во всех войнах народы должны были принять ряд условий, капитуляция, налоги и повинность, так же будет и в эру Машиаха. В Танхума Шуфтин 19 сказано, «Ты должен предложить мирное соглашение, Дворим 20.10. Комментарий. Это говорит о том, что царь Машиах предлагает им мир, как сказано. Он будет говорить мир народам. Его владычество будет от моря и до моря. Захария 9.10. Цитата. «Если они ответят мирно». Дворим 20.11. То есть разоружаться, как сказано, они перекуют свои мечи на плуги и копья на серпы. Народ не поднимет меч на народ, и они никогда больше не будут учиться войне. Ишаяу 2.4. Цитата. Все люди там станут твоими подданными и будут служить тебе. Дварим 20.11. Комментарий. Они принесут Израилю подарок, как сказано. Вельможи, ашманим, выйдут из Египта. Тылим 68.32. Они испугаются, хаш, и придут с подарком, минха. Цитата. Куш прострет тариц, свои руки к Богу. Там же. Они выбегут, Рацим, со своим подарком. Цитата. Если они отвергнут твое мирное предложение, Дворим, 20.12. Комментарий. Их постигнет дух безумия. Они восстанут против царя Машиаха и Он немедленно убьет их, как сказано. Он поразит землю розгой своих уст, и дыханием своих ноздрей Он убьет нечестивого. Ишаягу 11.4 Бог оставит только Израиль, как сказано. Господь будет вести их один. Не будет никакой чужой силы с ними. Дворим 32,12. Открой свои уста, дорогой друг, и я наполню их драгоценной истиной Божьей Торы. Израиль воевал с народами земли только для того, чтобы очистить ее от чуждой, нечестивой культуры. Народы же были обязаны платить израильтянам налоги, участвовать в работах, признавать суверенитет Израиля над землей и исключительность Бога Израиля. Все это в равной мере относится и к эре Машиаха. Фраза «народ не поднимет меч на народ» характеризует вовсе не глобальный мир, как заявляют ассимиляторы, эллинисты и скептики. Нет, речь идет в первую очередь о том, что народы будут смиренно служить еврейскому народу. Бог воцарится в конце дней не для того, чтобы наградить миром грешников, не смиривших себя перед Израилем через налоги и повинность. Народам придется подчиниться, они должны отвергнуть свои ложные религии и сдаться Израилю. Мудрецы объясняют, ⁇ Михилта, Бешалах, Месехта, Дешира 8 ⁇ В будущем народы отвергнут свое идолопоклонство, как сказано, ⁇ О Господи, моя сила, моя крепость и убежище в день бедствия ⁇ Будет ли человек делать для себя богов? ⁇ Ирмиягу 16, 19, 20 ⁇ также сказано, «В тот день человек бросит свои серебряные идолы кротам и летучим мышам и убежит в расселенный скал из страха перед Господом». Ишаяху 2, 20, 21. А также «Идолы будут полностью уничтожены». Там же стих 18. Израиль получит избавление, чтобы оправдать себя и своего Бога в глазах народов, которые преследовали и презирали Его. В Писи к Тарабати 35 говорится, Цитата: Пой и радуйся, Захария 2,14. Комментарий: Когда это исполнится? Когда Бог избавит Израиль, за три дня до прихода Машиаха придет Ильягу. Он встанет на горах Израиля и воскликнет «Горы Эрец Исраэль! Сколько вы еще будете бесплодной голой пустыней?» И его голос разнесется до краев земли. Тогда он провозгласит «Мир пришел в мир, как сказано». Посмотри на горы, на ноги того, кто несет добрые вести, кто возвещает мир. Наум 2.1. Когда нечестивые это услышат, они радостно объявят друг другу, мир явился нам. На второй день он встанет на горах Израиля и скажет, добро пришло в мир, как сказано. Он приносит добрые вести. Ишаяу 52.7 На третий день он скажет, спасение пришло в мир, как сказано. Он объявляет спасение там же. Видя, как нечестивые это говорят, он скажет Сиону, твой Бог правит там же. Это учит, что спасение придет на Сион и к его детям, но не к нечестивым. В тот момент Бог явит свою славу и царство всему человечеству. Он избавит Израиль и сам будет избавлен во главе их. Как сказано, авангард спустится перед ними. Они пробьются через ворота и уйдут ими. Их царь пройдет перед ними, и Господь во главе их. Михей 2.13 Об этом же говорит Сифри, Азину 311. Цитата. «Когда Всевышний дал народам их наследство». Дворим 32.8 Комментарий. Когда Бог разделял вселенную среди народов, Он определил им ад, как сказано. Там Ассирия и все ее сборище, там Элам и все его множество, там князья севера, все они и все седоняне, там Эдом, его цари и все его князья. Ихескель, 32, 22, 24, 30, 29. Кто же тогда наследует все их богатство и честь? Израиль, как сказано, он провел границы народов согласно числу потомков Израиля. Дворим 32, 8.